Всем привет! Хочу показать старое немецкое кладбище. Находится оно в Ленинградской области, в Гусевском районе. Захоронены 100% немцы, отломленные стрелы. Хотя здесь 28 числа видно, 15 года. 1915, это Первая мировая, значит, кладбище войны. И здесь был Гумбининский прорыв. Седьмого, 12 декабря 1911 года. Да, 11 года, скорее всего. Вильму Генбург. Видно. Паул, его звали Павел Холлер какой-то. Павел Холлер. А это фамилия, не прочитать. Такая полянка тут. А рядом я дисковал поле.